Всем привет! Сегодня у нас круассаны. Сладкий мукбанг. Здесь у меня пончик клубничный, кости банановой и два макарунса. Я не знаю вкусы. Я с миндальной мукой они. Покупали мы их в Икее, макарунсы. Пончики в Пятерочке. Это тоже в Пятерочке. И здесь апельсин еще. Апельсинами так, если честно, ароматно пахнет, вкусно. А сгущеночку взяли. Круассаны у нас пустые, поэтому сгущенкой. Но они и так очень вкусные и хрустящие. Пить я буду кофе, который здесь себе приготовил. У меня чай. Слишком полный еще. С чего хочешь начать? Я вот хочу с пончика начать. Я круассанчик первый раз взяли их. Они нам очень понравились, но для меня они без всего не такие вкусные. За это я вот их люблю сгущенкой. Клубничная начинка. Надо попробовать шоколадной пастой какой-нибудь или ореховой. Он очень такой нежненький. Хрустящий. А сверху хрустящий, да, внутри он такой мягкий. Пончик очень нежный. Внутри клубничная начинка. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Часто нас просите снять сладкий мукбанг. У нас около дома в Пятерочке выпечка появилась. Мы на эти круассаны подсели. Но обычно так мы по одной штучке съедаем, конечно. Не так много, как сегодня придется. Не как Снежана. Я за все 3 штуки съела. Со сгущенкой, конечно, бомба. Пончики стоили вот это 49 рублей, а тот... Резинка на руке мешает. А тот около 30 рублей. Я не знаю, почему у них разные цены. Хотя вроде по виду не такой популярный. Апельсины очень сочные, вкусные. Блин, круассан, мне очень вот эти нравятся. Пишите, кто пробовал выпечку из Пятерочки. Наверное, пополам. Блин, такой весистый. Пополам поделим, чтобы попробовать и тот, и тот. Клубничный попробуй тоже. Сейчас. Я пончиков не стала много брать, потому что мы их ни разу не брали. Ой-ой-ой. Держи себя, половиночку. Там начинка внутри есть? Нет начинки, да? Что-то я не понял. Нет, есть. Вот она просто белая. Вот банановый. Видишь? Сыпется, снимайте. Глазурьки. Костя, чай последний раз покупал. С чем чай? Вот такой вкусный. Какой? Вот этот вот, розовый. Блин, забыл, если честно. Чай Тесс. Такая оранжевая упаковка. Не пойму, что за вкус. Вспоминала по вкусу. Банановый пончик. Дешевле который. Там, по-моему, земляника. И какие-то еще растения. Чая. Этот нежнее. Да? Вот эти, да, сверху жестковатые? Угу. Палочки вот эти маленькие. Посыпочка. А так по вкусу прикольно, не сухой за счет начинки. Там еще продаются с кремом внутри. Я тоже думала их взять. Но и срок годности у них понять не смогла нормально. Какой-то срок годности непонятный. Смотри, хочешь половинку? Я пробовала это с фисташкой. Да? Угу. Я такие ела уже. Попробуй, как тебе? Мы уже много где брали макаронцы. И вот мне кажется, ну такие. Не, ну самое вкусное, которое мы ели, это с чизкейком. То есть там были самые такие вкусные, заходите, которые именно мы ели. Может, там, конечно, и вкуснее бывает. Там тоже их много разновидностей. Есть российские, есть там французские, по-моему, еще какие-то. Знатно отличается. Я не помню тогда, какие мы ели. Даже не помню. Но были у тебя очень вкусные. Согласна. Эти такие прикольненькие пойдет. Вкус непонятен. Даешь. Не ярко выраженный, да? Угу. Иначе бы так себе. На вид красивые маленькие. На вкус такие средненькие. Съедим круассан. Он становится очень хрустящий. Сверху. И мне нравится, что он многослойный внутри, и там очень много воздушных
таких дырочек. Ну, чувствуется, что круассан на сливочном масле. Seven Days не сравнятся, которые мы снимали. Говорю, Seven Days это больше как пирожки, наверное. Сейчас Seven Days больше брать не буду. Сегодня также поотвечаем на ваши вопросы. Снежана, да, там, по-моему, да. Маленько наскринила. Так, такой вопрос. Алена задает. Привет, хотел спросить, проверяете ли вы телефоны друг друга? Читаете переписки, например? Костя у Снежаны или Снежана с другом? У меня друзей-то нет, чтобы я переписывалась. У Кости с подругой. У Кости тоже подруг нет. У нас нет такого, чтобы я с парнями переписывалась и с девушками. Или есть? Нет. Ситуация, в общем, была. Я зашла на свою страничку, где я пеку тортики. И я никогда не отвечаю парням. Я говорю, парень какой-то написал. Мне Лянка говорит, ответь, ну, заказать можешь, тортик хотят. Лянка написала привет. И этот парень пишет. После качалки мышцы сильно болят. Он перепутал тебя с Ляной? Он меня с Ляной перепутал, у меня Ляна в зал ходит. Я говорю, как нас можно перепутать? Тем более на странице даже написано, что это Снежан. Или там не написано? Там не написано. А, ну это вот. Страничка с тортиками. А может, телефоны не написано, мы не проверяем. У меня даже пароля нет на телефоне. У Снежаны есть, но я его знаю. У нас телефона нет такого, что мы прячем на друг друга телефоны. У нас хочешь бери. Соответственно, нам скрывать друг от друга нечего. Ты про пончик ничего не сказал. Пончик мне понравился. Какой больше? Банановый, наверное, больше понравился, да. А мне кажется, это нежнее по тесту. Ну, вкус слишком приторный, как по мне. Круассан вкуснее. Ну, это точно, да. Так. Так что мы нет. Мы не проверяем. Даже Снежана сейчас с моего телефона читает. Так, Елена Кузнецова. Привет, Снежана и Костя. Привет большой. Привет. Так, вопрос, Снежане. Ты закончила курсы кондитера или научилась сама? Тортики просто шикарные. Лен, спасибо большое. Курсы никакие не заканчивала. Если бы это была моя основная работа, наверное, бы я больше времени этому уделяла. Так как я пеку только на праздники, в будни не пеку, потому что у меня ногти, YouTube, то нет. Так, конечно, хочется на какие-нибудь курсы ходить. Сейчас можно в интернете рецепты покупать. Да, много онлайн, я тоже хотел сказать. Даже последний раз, который мы рекомендовали. Угу. Полина. У нее очень много курсов. По кондитерке. Видео, наверное, видели это. Мы там роллы кушали. Мне кажется, даже выгоднее онлайн, чем куда-то ехать. Время тратить, да, много? Да. Там ведь самое главное рецепт, так сказать, пропорции соблюсти. Сейчас даже в онлайн-курсах настолько все проговаривают, что важно, что... Вообще нежнятина. Макка написала. Макка Салихова. Здравствуйте, вопрос. Какая работа самая высокооплачиваемая? Я так поняла из наших работ всех, какая самая высокооплачиваемая. Я думала и не могу определить. Блин, вот если честно, у нас это плохо, конечно. Мы не считаем, сколько мы с каждой работы зарабатываем. Мы не считаем, сколько мы тратим, мы не смотрим, сколько мы зарабатываем. Ой. Подвинула чуть-чуть. Это минус, конечно, да. То есть у нас вроде деньги есть, нет, мы их так по кругу пускаем просто. Ну, если так подумать, если мы бы занимались Ютубом более плотно и считать рекламу, может быть, даже Ютуб. Угу. Да, потому что по времени занятости занимает меньше. Но если вот так считать, по заработку больше. А соотношение? Соотношение времени и денег, например, если подумать. Потому что все равно важно же, сколько ваш оплачивается час, например. У кого-то там работа оплачивается 500 рублей в день, да? Там сколько работает? Чей график длится? 8 часов, например.
Так что, как по мне, заработок в интернете сейчас – это круто. Нам, кстати, пришло письмо от Гугла. Я не знаю, другим блогерам, может, тоже будут это выставлять, кто живет не в США. Да, то есть сейчас будут браться налог. Раньше с Ютуба, я так понял, налог не взимался. Может, и взимался какой-то там сразу. Угу. А теперь будет... Который мы не замечали. Налогообложение. Если мы не предоставим свой заработок с Ютуба из AdSense, там написано, до 24% будет взиматься с нашего дохода. Ну что, достаточно много, да, 24%? Угу. То есть... Так что там... Надо скинуть свои вот эти вот данные все. Надо почитать все внимательно. Это только вчера пришло, мы еще особо и не вникали, не читали. Угу. Какая-то вкуснятина. Ну, как я знаю, в Америке большое налогообложение. У них, да. У них зарплата, конечно, другая, не то, что у нас в России. Сгущенка очень вкусная. Сгущенка у нас алексеевская. Но больше всего мы любим Рогачевскую, она гуще, это видите, прям течет. Хотя из холодильника. Интересно, сколько круассанов съела? Я не знаю, я не считаю. А, что-то мне жарко стало от кофе, если честно. Я сейчас сижу в кофте. Блин, у меня сгущенка закончится, дай-ка я тебя маленькая сворую. Так. Викуся пишет. Приятного аппетита, привет. Викусь, привет тебе большой. Снимаете на новый телефон и всегда то качество огонь. Скажите, пожалуйста, заказала в первый раз на Васильке одежду, сколько идет товар по времени? Заказала получать на СДЭК. На почту вроде идет долго, не знаю, сколько мне ждать. Тебе трек должен прийти, и по нему можно будет отслеживать. Да, и там смотря как, если тебе уже посылку саму выслали... то она идет вообще недолго, там, в течение трех, наверное, да, дней, да. Нам обычно приходит. Я вот сегодня тоже заказала, сразу приходит смс на телефон, что у вас еще посылка оформлена, но еще, получается, не отправлена. Да, там вот именно сама комплектация, получается, проходит, смотря сколько времени, то есть смотря какой товар вы сказали. То есть если в наличии есть, то все пройдет быстро. А если чего-то наличия нет, на почту придет письмо, чтобы вам предложили заменить. А так до нас быстро доходит. Ну, 3-4 дня, может, там максимум. Мы почту заказываем обычно. С деком, наверное, вообще быстро придет. Так, что дальше? Так. Я там лежу на твой макарон, ты ее что-то не ешь. Ну и кушай, я не буду. Я ела же тогда, когда мы их купили. Мне не зашло. Красивый на вид просто. Анна Пуперт пишет. Пупект. Неправильно читаю, да? А кем вы работаете? Новенькие, видно, появляются. А, и про новый телефон. Да, мы снимаем на новый телефон. Но мы снимаем сейчас вечером, и вот мы не можем понять. Лучше днем снимать, наверное, из-за... Да. Мы еще не можем привыкнуть к нему, к его качеству, то есть как-то цветопередача маленько другая, к которой мы привыкли. Угу. Вроде видео смотришь, оно такое четкое, но цвета какие-то для нас непривычные, непонятные. Больше что серый, что ли, ходит. Надо попробовать еще снять при дневном освещении, потому что мы используем искусственный свет. Снимаем в основном вечером уже. Так. Так, кем вы работаете? Ну вот мы говорили, что у нас YouTube-канал, это наш заработок. Я работаю мастером маникюра. А у меня секрет. И турецкий рассказ. Там посмеялся кто-то. Вот зачем шутите про КГБ, тудным-сютым. Люди этих шуток не понимают. Понятное дело, мы шутили. И вот вопрос еще также был про телефон. Добрый день. Так, Каибакова пишет. Добрый день, милая пара. Это видео вы снимаете на новый телефон. Интересно. Спасибо за ответ. Передайте привет. Буду очень рада. Большой тебе привет. Привет. Да, на новый телефон снимаю. Но вот по видео я еще не пойму, но по фото качество, как вообще в нем сидеть, конечно, бомба. Костя, макарон положим. Что там посыпалось? Крошка.
Я говорю, в видео надо найти свет, что ли, как правильно настроить. Мы вчера... цветовую гамму. Да, мы вчера еще с такой ситуацией столкнулись, то что скидываешь видео на компьютер. А оно не поддерживается. Оно не поддерживается, не открывается. Там формат MOV получается. MOVI, что ли, как-то называется. Не вот эти стандартные, там EPG, там MP4 всякое это. Не получается, в программах не поддерживается. И в Adobe Premiere Pro он, получается, не просматривается. Попробовали. Конвертировать, получается, в другой формат. Но там качество очень сильно съедается. Сейчас мы, наверное, будем монтировать уже больше на телефоне. Вот видео, которое выставили с фунчоза, это монтировали на телефоне. Пишите, как вам? Да, будем что-то новенькое искать, пробовать. Оказывается, после 11-й версии, я так поняла, да, обновление, iPhone начали сжимать видео, чтобы на телефоне оно занимало меньше места. И при скидывании его на компьютер, оно обратно возвращается в прежний... Я правильно объясняю? Я вчера видео смотрела. Не знаю. Оно, по-моему, не возвращается прежде. Уже не возвращается, поэтому не просматривается, да? Да, но поэтому или звук может тормозить, отставать, или картинка, наоборот. Ну, короче, или картинки странно нет, а звук происходят. Будет. То есть, если вы конвертируете, то все нормально воспроизводит, но качество теряется. Может, есть какие-то программы, конечно. Но я сомневаюсь в том, что качество, типа, не потеряется. То есть, оно в любом случае будет, наверное, искажаться, меняться. Я сегодня попробовала монтировать. Из-за этого лучше сразу, то есть прямо на телефоне монтировать и выставлять, чтобы без потери качества было. Плюс телефон новый, достаточно мощный, я думаю, он без проблем будет все эти программы очень быстро загрузил сегодня на YouTube видео с телефона. Объелся. Кушай. Хотел макнуть уже. Гораздо. Я половинку оставлю. Телефон мне пока что очень нравится. Я заберу себе Снежанин телефон. Костя его починил. Поменял дисплей, получается, Снежана, потому что его разбило там до этого. И батарею. Он теперь вообще как новенький. С виду такой прикольный. А продать его не продашь, что там сейчас. Семерка, она 128 гигов, она стоит, наверное, 1010-15, может, максимум. БУ, да? Да-да, даже 10, наверное, не стоит. Мы смотрели, сколько он стоит новый? Это 1020, наверное, 1000 там новый стоит. Я не помню памяти, сколько на нем было. То есть память на это все-таки достаточно нормально. 128 гигов. Когда мне Костя его покупал, он меня покупал в красном цвете. На тот момент это была максимальная память 128 гигабайт. Да, там, наверное, было еще. Цвет именно красный, шел от 128 гигов. А, от 128. Но за все это время, за 4 года, я ни разу память не заполнила до конца. Ну, потому что там и сами фотографии, и видео еще не столько много весили, например, как сейчас. То есть, чем дальше, тем качество лучше, соответственно, вес увеличивается. Че, как тебе макаронс? Да что-то непонятно. Самый вкусный — это круассан. Вот такие вот. Со сгущеночкой. Даешь, пожалуйста. Непонятно, да, по вкусу? Чизкейк-ру были вкуснее. И остался у нас один круассан. Даешь его, Снежулик? Нет. Я не буду. Давайте мы его оставим вам. Представьте, как вы его едите. Только со сгущёночки уже не осталось. Как тебе? Было вкусно? Мне понравилось, да. Круассаны, но это просто очень мне нравится. Думаю, будем заканчивать, да? Да, я очень наелась. Не забывайте написать комментарий, поставить лайк. Нам будет это очень приятно. Всем пока. До новых встреч.